Концерт, игры и демонстрация техники от Краевого МЧС. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Хабаровского центра социальной помощи семье и детям приготовили развлекательную программу для его воспитанников. На празднике побывала наша съемочная группа. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска, вот он я, привет, войска. Ребята из Центра социальной помощи семье и детям сегодня поют песни исключительно о защитниках Отечества. К празднику готовились заранее, подбирали реквизит и репетировали. Он в дозор идет и в град, не покинет пост. Солдат! Правильно! Праздничный концерт 25 мальчишек и девчонок готовили вместе с сотрудниками центра. Творческие номера и викторины объединяет главная тема – любви к родине. Вот эта тема патриотического воспитания, она очень важна и актуальна, потому что вообще все закладывается в детстве. Вся любовь к родине, вот если ее с детства не привили, не вложили в ребенка вот это чувство гордости за свою родину, то когда человек вырос, это уже может быть совсем другая история. Во время праздника ребята познакомились с работой спасателей. Краевое МЧС привезло в центр современный пожарный автомобиль и спецодежду. Несмотря на всю загруженность, МЧС все-таки пошло на то, чтобы вот нам пригнать автомобиль специально сюда. Я хочу все-таки пожелать, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми, умными, хорошими жителями Хабаровского края, ну и страны нашей в целом. День защитника Отечества накануне встретили и воспитанники второго отделения Центра соцпомощи семье и детям. В индустриальном районе они устроили праздничный флешмоб. Надежда Выходцева, Мария Шулешко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.